Ну, любое спортивное состязание на радость определенной группе болельщиков. А у благосферы это вполне естественно может вызывать раздражение, потому что сейчас власть находится в такой позиции, когда любое ее действие вызывает раздражение. Оправдано или не оправдано, это уже дело другое. В данном случае благосфера впилась в то, что там слишком много таких в весомом возрасте наших спортсменов, которые якобы одолели студентов из других стран. И, несомненно, это имело место, но не на этом следует сконцентрироваться, а на том, почему вдруг блогосфера так сильно разлюбила нашу любимую власть, вокруг которой еще 10 или 5 лет назад водила хороводы восторгов. То есть дело не в универсиаде, дело в изменениях общественных настроений в стране.